Софине и начались проблемы у Амана. Пока он третий, неплохой результат в любом случае. Ну а чтобы Петеру Превцу, лидеру Кубка мира, обладателю желтой майки, покорить достижение Ахонена в 13 подиумов подряд, сейчас им надо лететь очень далеко. Так, тут уже есть небольшие проблемки. Он станет новым лидером сейчас, но это можно превзойти без особых проблем. И он знает об этом. Он это понимает. 129 метров дальность сейчас. Оценки 2.18,5 и 1.18. Совсем скромные оценки для Петера Превца. Да. Да, Ахонена не дотянулся. 12 подиумов подряд. Сегодня есть ощущение, что подиума не будет. Показывает он, что пошло не так.